Всем привет! Журналисты сообщили печальную новость. Константин Легостаев, участник «Фабрики звезд 5», погиб в Сочи. Полиция считает, что артист утонул в Черном море. 46-летний Константин находился в Сочи, где работал над новым клипом. По сообщениям журналистов, артист успел отснять часть ролика, а затем пропал без вести. Камеры установили, что экс-участник «Фабрики звезд 5» направился в сторону моря. Коллеги певца обратились в экстренные службы, и поиски продолжались около 5 часов. Напомним, Легостаев стал известен после участия в 5-м сезоне «Фабрики звезд». Затем зрителям полюбилась его песня «Под одним одеялом», а артист выступает в составе группы «Дельта». Он также пишет композиции для других исполнителей Ани Лорак и Таисии Повалий. Поклонники не находят места от горя. Многие подозревают, что мужчина мог утонуть из-за проблем с сердцем. Цитата. «Жаль мужика, может, сердце прихватило и привет. В Сочи сейчас сильные волны, может, поэтому случилось несчастье», – пишут пользователи сети. «Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста».